Я отношусь к шумихе вокруг предстоящей Олимпиады совершенно нормально, потому что любая Олимпиада и любое большое грандиозное спортивное мероприятие – это всегда большая политика, потому что спортсмены борются за места, а страны борются за положение в мире. То есть кто выиграл Олимпиаду – это почетно, кто проиграл – это, так сказать, позорно. Да? Поэтому это целая такая система, это школа. Олимпиады проводятся раз в 4 года, накал нарастает. Конечно, неприятные всякие моменты, там, допустим, как бойкот, который хотели объявить страны нам. Ну, это было всегда. В Лос-Анджелес 80-го года Америка объявляла бойкот. На зимние Олимпиады они потом приехали. Ну, это политические игры, это политические торги. Это к спорту не имеет никакого отношения, к сожалению.